Супермаркетом ярмарка торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, детское питание, товары собственного производства, салаты, горячее блюдо, ароматная выпечка. Супермаркет ярмарка ждет вас с 8 до 23 часов, улица Гледенская, 61. В тесноте да не в обиде. Именно так проходит приютская жизнь этих животных. Свернувшись клубочком, они сладко спят и, наверное, видят счастливые сны, где они дома и рядом со своими хозяевами, там, где их любят и берегут. Все они надеются, что никогда не окажутся выброшенными на произвол судьбы и не будут оставлены на голодную смерть. Но, к сожалению, с каждым днем свободных мест в клетках приюта остается все меньше. Новички постоянно пополняют ряды животных, нуждающихся в уходе. Например, этот брутальный кот Шархан. Он у нас появился не очень давно. Тоже поступила информация от людей, что у них умер сосед, мужчина, хозяйку, старушку. Тоже так она уже не очень была подвижна. Ее забрали родственники, а животных отказались забирать, потому что проблемы со старушкой такие у них возникли. И сказали, нам животные не нужны. А кому тогда должны быть нужны ваши животные? Люди всегда надеются на добрых и безотказных волонтеров, ведь они же должны взять и помочь животному. Так почему никто другой не в силах это сделать сам? Но иногда ситуация действительно безвыходная и не оставляет волонтерам никакого выбора. Нам поступила информация от классного руководителя мальчика, что у него увезли маму в тяжелом состоянии в реанимацию. И дома находятся коты, два котенка и собака такса. Вот. Мы сначала таксу перевезли, потому что она такая более какая-то проблемная и с другим не очень контачит. Вот. Но в конце дня поступила информация, что женщине совсем плохо, и мы решили всех животных полностью перевезти к нам в приют. И сейчас вся эта дружная семья находится в добром сердце. Пусть и в разных клетках, но все-таки под присмотром и с полными мисками еды. Мама с двумя котятами. Взрослые кошки и котики. И этот прекрасный песик по имени Лорд. Пока он не до конца понимает, что происходит и как жить дальше. Не с каждым идет на контакт, но, безусловно, он сможет стать любимым питомцем в вашей семье. Возраст его неизвестен, но по виду это совсем молодой щенок. В приюте не знают, куда его разместить, и поэтому пока бедолага сидит на кухне и жалостно скулит. Возможно, это ваш друг. А за дверями теплых помещений на улице ждут хозяев другие собаки. Все они ласковые и приветливо машут хвостиками и готовы подарить вам свою любовь. Известные строчки как никогда кстати. А если порою тоска тебя гложет? Бывает такая тоска, хоть беги. Поверь, что никто тебе так не поможет, как мордочка, хвост и четыре ноги. Салоны «Мебельная галерея» предлагают мягкую корпусную мебель. Ноябрь – последний месяц осени. Хочется создавать комфорт в доме. Неважно, дождь за окном или снег, когда дома царит атмосфера уюта. Продавцы-консультанты помогут подобрать красивые и удобные новинки для вашего дома.